Модернизация Toyota Camry российской сборки получилась настолько масштабной, что впору говорить о новом поколении, а не о рестайлинге. Посудите сами, начальная и промежуточная версии Camry получили совершенно новые силовые установки. Под капотом базовой версии по-прежнему атмосферная четверка объемом 2 литра и мощностью 150 литров. Но это другой, более современный двигатель, который теперь работает в паре с вариатором. Точно такой же тандем устанавливают на RAV4 нового поколения, который уже пару лет вместе с Camry собирают на питерском заводе Toyota в Шушарах. Однако важно отметить, что на седане вариатор получил совершенно иные настройки, нежели на кроссовере. Устоящий на ступень выше модификации Camry тоже новый мотор. Он сохранил атмосферную конструкцию и рабочий объем в 2,5 литра, однако развивает уже 200 литров, вместо 181 литр, у прежнего. Кроме того, этот двигатель трудится в паре уже с восьмиступенчатым автоматом вместо шестиступенчатого.